гости! Приветствую вас на железнодорожной динамической экспозиции исторического подвижного состава в рамках Международного железнодорожного салона пространства 1520 «Продвижение Экспо». История локомотивостроения в России от 19 до 20 века предстанет перед нами во всей красе. Локомотив – символ железнодорожного транспорта. Именно появление паровоза в начале 19 века послужило толчком к бурному развитию железных дорог. Стальная сеть соединила города и страны по всему миру, сплотила народы, изменила уклад жизни и ход самой истории человечества, изменила понятие о времени и пространстве. Итак, приготовьте свою съемочную технику. До незабываемого парада заслуженных локомотивов осталось несколько секунд. Дорогие друзья, наш салон – единственный в мире, на котором происходит демонстрация железнодорожной техники не только стационарно, но и на ходу. В прошлом году исполнилось 185 лет железным дорогам России. Сохранению раритетов этой давней истории компания «Российские железные дороги» удивляет особое внимание. Ярким свидетельством этому служит уникальная экспозиция нашего музея, который впервые принимает в своих стенах железнодорожный салон. В этом году исполняется 20 лет компании ОАО РЖД. И все эти годы мы не просто сохраняем уникальные исторические машины, но и восстанавливаем их до рабочего состояния. А сейчас перед нами грандиозный локомотив, внедрение которого когда-то преобразило весь наш железнодорожный транспорт. Встречаем знаменитого «Феликса», паровоз серии FD, «Феликс Дзержинский». Для грандиозных грузовых перевозок будущей индустриализации потребовалось создание принципиально нового товарного локомотива, гораздо более мощного. Таким паровозом стал FD. Он спроектирован группой конструкторов Центрального проектного бюро в Коломне в 1931 году всего за 100 дней под бдительным наблюдением транспортного отдела ОГПУ, которому обязан своим появлением и названием. Пятитоновый свисток, звук которого был слышен за десяток километров и стал знаменитым символом именно советских паровозов, буквально историческим аккордом наших железных дорог, который сегодня слышим и мы. Паровозом управляет машинист Виктор Юрьевич Люлюк. Давайте в завершении нашего парада еще раз поаплодируем этим прекрасным машинам и людям, благодаря любви и труду которых они поддерживаются в рабочем состоянии и радуют нас своим бегом и незабываемым гудком.